знаете что, ребят, кто бы что ни говорил по поводу тренировки ног для файтера, и что бы ни говорили о том, как хорошо там со штангой приседать, самой лучшей прыгучестью штангистов, они с места и высоту прыгают классно, там и все такое прочее. И вообще там силовая тренировка на ноги, не. Для файтера плиометрика. Запрыгивание на тумбу, прыжки в длину, спрыгивание с большой высоты. И мое самое любимое, вот, ничто не заменит тренировку для ног. Для файтера это спринт. Самая лучшая тренировка. Если вам не нужны ляхи, как у Тома Плаца, а нужны хорошая дефиниция, мощные ноги, взрывные, сильные, быстрые, лучше спринта тренировки нет. Я отвечаю. Вот вы посмотрите на спринтеров, какие у них ноги. Они очень функциональные, быстрые, сильные, мощные. Я по своему опыту сам скажу, я спринтом с самого детства занимаюсь. Ну, были перерывы. Сейчас я вот активно возобновил. Я прям вижу прогресс. Прям капитально на глазах. И в изменении структуры мышц, и в объемах, и в плотности. А про функциональную подготовку ног я уж и вообще молчу. Ноги стали просто великолепны. Рекомендую. Бегайте спринт. Места надо немного. Не обязательно бегать 100 или 200 метров. Можно 40-ками и 50-ками добирать. А главное, что это получается прекрасный интервальный тренинг, особенно еще для тех, кто собирается похудеть. Так что бегайте спринт. Удачи!